Ремонт, которого ждали. В Щелковском районе приступили к ремонту 8 учреждений здравоохранения. На Монинской подстанции скорой медицинской помощи компании «Крат» капитально ремонтирует входную группу. Работы идут по графику. Крыльцо используют бригада неотложки и пациенты, расположенного в этом же корпусе дневного стационара. Работа выполняется согласно графику. Объемы выполняются. С руководством «Крата» держим тесную связь для того, чтобы бригада была защищена от погодных условий, естественно. Поэтому все хорошо. И в том числе и красиво. Очень красиво будет. Ремонт планируется завершить через 2 недели. Все это время учреждение будет функционировать в обычном режиме. Обновляет подстанцию не только в Монино. Масштабные капитальные работы ведутся в помещениях скорой на улице Советской в Щелкове. Но несмотря на то, что медикам придется дежурить в стесненных условиях, график круглосуточного дежурства нарушен не будет. На площади более 1000 квадратных метров выполняется замена электропроводки, полов, внутренняя отделка всех технологических помещений. Планом предусмотрено утепление фасада, ремонт гаража для осмотра карет скорой, кровлю перекладывают под специально выстроенным навесом, тепляком. Он позволит сохранять нужную температуру, необходимую для укладки изоляционного материала. Объемы работ на сегодняшний момент мы смогли все проконтролировать, то есть и на каждом объекте график выполняется так, как положено. Общий объем работ по смете составляет около 22 миллионов рублей. Вот. Но подрядчику отведено на все работы около 1,5 месяца. В городской поликлинике номер 3 микрорайона Чкаловский выполняется ремонт входных групп во взрослое и детское отделение. Внутри учреждение поделено на самостоятельные функциональные зоны по выдаче медкарт и приему звонков пациентов. Они помогут врачам сократить время ожидания в очереди. Мощность поликлиники составляет 280 посещений в смену. Работы начались по графику 24 августа. Вот компанией «Крат». Идут даже с небольшим опережением. С небольшим, но опережением. По графику должны закончить в конце ноября. Ремонт в Чкаловской поликлинике по плану должен завершиться не позднее ноября. График работ Никита Никулин попросил представить в администрацию. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».